Заключительный этап в уходе за кожей – увлажняющее средство, без которого никто не может обойтись. Похоже, это самый универсальный продукт, не так ли? Но правда ли, что коже действительно нужен разный уход в дневное и ночное время, или это миф? Почему нам нужны и дневной, и ночной кремы? Отличный вопрос. Дневной крем успокаивает и увлажняет наружный слой кожи, а также защищает от любых внешних раздражителей. Для защиты от UVA и UVB излучений тебе, безусловно, требуется средство с SPF, а для противодействия окислительному стрессу нужны антиоксиданты. И такой увлажняющий крем действительно помогает коже оставаться защищенной. Это как надеть куртку, когда выходишь на улицу, верно? Сейчас я буду наносить свой увлажняющий крем, и, конечно, я буду использовать крем из серии «Коллаген». Именно он является моей командой по уходу за кожей. Я уже сняла крышку, и все готово к применению. Я наношу крем с помощью кисти. Обычно мне не нравятся кремы с SPF-защитой. Они склонны к пересушиванию кожи, и ей будто нечем дышать. С этим кремом все иначе. Здесь есть SPF 35, и он прекрасно впитывается в кожу. Я использую кисть, чтобы убедиться, что покрываю все лицо, не упуская ни один участок. Это особенно важно, когда наносишь крем с SPF. Осталось только дождаться, пока крем впитается в кожу. Теперь поговорим о ночном креме. Для чего он нужен? Наша кожа ведет себя по-разному в дневное и ночное время. Если днем ей больше требуется защита, то ночью ей необходимо восстановление. Обычно ночные кремы имеют в составе более активные восстанавливающие и обновляющие ингредиенты, чтобы обеспечить коже поддержку, когда она особенно в этом нуждается. Промежуток между 10 часами вечера и 2 часами ночи – это оптимальное время для обновления кожи. Поэтому старайся наносить ночной крем перед сном и, по возможности, ложись спать до 10 часов, чтобы извлечь максимум пользы из этого процесса обновления. Теперь мы можем заметить, что крем полностью впитался в кожу, но не оставил неприятного ощущения, как это обычно бывает из-за SPF. И я могу быть уверена, что нахожусь под защитой от всего, с чем может столкнуться кожа в течение дня. А используя ночной крем, я наслаждаюсь этим приятным ощущением комфорта и помогаю коже восстановиться в течение ночи. На этом все. Это заключительный этап комплексного ухода. 4 шага, 2 минуты, 2 раза в день.